Бабушка, бабушка, вам помочь? Если хотите, могу камни кинуть. Могу камни покидать. Давайте сюда по дороге, нам еще идти, идти. Ё-моё. Конечно. Ты уже все, блин. Берегите ноги. Как лошадей, блин, еще. Нам еще подниматься. Ты, блин, конь Пржевальского, давай. Вот нам на ту горку. Там 2000, почти 900 метров. А это какой? Бастименц. Это Бастименц? Да. Горы. А, я думал, он еще вот. Выше. Тот что? Да. Бастименц? Да. Бастименц, да. А это даже не знаю. Тут какой-то Гран Фажоль и Петит Фажоль они называются. А туда никогда не поднимают? Не, можно. Вот оттуда, стой. Мы сейчас пойдем. Да. Оттуда-туда. Вот смотри, о, нам нужно идти. Ну смотри, они поднимались оттуда. Но это самый легкий, самая легкая дорога, это тут. Идем сейчас туда в обход, да, и выходим вот там, на ту ступеньку. Самая легкая, это была на том эскалаторе, ага. Пойдем. Или идем налево, или направо. Вот там вижу. И там дальше уже мальчики налево, девочки направо. И потом что, потом направо? Да. Ну что, водишь по левой стороне идти. Если хотите, можем подняться. Не-не-не-не-не. Нет, спасибо. Вот, раз, два, три. Да туда камни, лучше обойти. Шо, давай, поперли. Так. Все, давайте, сейчас снимает. А ну да, не посмотри, как он снимает. Скрытая камера снимает. Видно? Все супер. Да? А надо туда, а не... Так, вся, мы так покружим. Так, кружимся. Андрей, ты тоже давай в кружок. Кружимся. Да, конечно, так я ваши кадры испорчу, блин. Да. Андрей, мы тебя заляпим этим. Я понял. Как когда не... Поставите, да? Да. Вот Даня ту рожу, что он любит, знаешь. Такой, тут был Андрей, но мы его не покажем, да? Так, а написано, что налево надо, да? Ну. Там скользкое, наверное, если как-то скользкое. Поэтому... Нет, туда, наверное, да, спускаются, наверное. А что поднимаются? Давайте тоже облака, скоро дождь пойдет. Гонишь? Да, говорили, что после обеда дождь. Тут за 5 минут погода меняется. Тут 6 туристов умерли, я тебе говорил, но только зимою. Ну зимой, как здесь можно умереть? Как здесь можно умереть? Сейчас лавины не будет. Ну, дождь, ничего страшного. О, Дани. Андрей, Дани, короче, воздержался знаков до линии. И уже после линии все, прямо наперед. Что, можно?
Можно так или пойдем туда? Пошли. Рукой подать ему наверху. I'm letting go. A deeper dive. Eternal silence of the sea. I'm breathing. Все? Идем обратно? Я вас здесь жду. Я вас здесь жду. Это ты когда говоришь, что возле камня. Поспать, он как раз в палатке поспит, потом спустится. Ты можешь мне камни кинуть туда? Я думал, я на паузу поставил, я так снимаю этой камерой, кручу вниз, вверх. Что там снял? Еще чуть-чуть, еще рукой подать. Что? Все, последние шаги. Там 2900 с чем-то, не, почти 9900.
вот эти горные олени. А где они? Вот один и вот второй. О. Андрей, давай, братья ждут. Вот он на жопе спускается. Андрей на жопе спускается. Молодец. Если б знали, самки вам бы взяли, да? Так, ну вот это сейчас. Еще 10 метров. Здесь вот тут очень трудно? Да. Смотри, там вот здесь. Ой, куда? Сюда, сюда. Куда я иду? You stripped your love down to the wire, fire shining cold alone outside. You stripped it right down to the wire, but I see you behind those tired eyes. Now as you wade through the shadows that live in your heart, you'll find the light that leads home. 'Cause I see you for you and your beautiful scars. Take my and don't let go. 'Cause it's not too late, it's not too late. I see the hope in your heart. And sometimes you lose, and sometimes you're shooting broken arrows in the dark. But I see the hope in your heart. Пошли. I see the darkness in the light, the kind of blue that leaves you lost and blind. The only thing that's black and white is that you don't have to walk alone this time. You have to tear down the walls that live in your heart to find someone you call home. Now you see me. My beautiful scars, take my hand, don't let go. 'Cause it's not too late, it's not too late. I see the hope in your heart. And sometimes you lose, and sometimes you're shooting broken arrows in the dark. But I see the hope in your heart. Куда? Подожди. Вниз. Вниз. Андрей так хочет сильно в горы. Я проголосовал тоже вниз. Лучше ты подел одного голяна. Нет, Даня тоже хочет. Даня сейчас тут, ну, такой вот колобок.
хорошего не посоветую. Плохого не посоветую. Он сразу... Где 1900 метров? Позади. Над уровнем моря. 1900 позади. Вот там, 2900. А там машина где-то. Видела там машину? Куда надо спуститься еще? Сейчас дождь начинается. Ну, так можем уже... Так все, пошли! Солнце уже выходит. А мы вот оттуда и спускаемся. По чуть-чуть. Короче, мужики, извините за выражение, но они оставили нас. Бросили нас. Бросили нас. Мы мокрые. Вот так, короче, мы спускаемся с горы. Рюкзак у меня весь мокрый. Что там внутри? Рюкзак мокрый. Покажешься за рюкзак? Та-та там внутри камеры. Вот. Как? Да. Мы спускаемся. Ну, можно оттуда. Оттуда. Там гора. Вот по такому склону мы спускаемся. Хорошо, что дождь перестал, но очень мокро, сильно мокро, скользит.